Матч против Энди Мары у теннисиста Александра Бублика не задался. Подачи не шли, мяч летел не туда. При счете 5-3, проиграв очередное очко, Бублик установил новый мировой рекорд по ругани. Он произнес 20 матерных слов за 30 секунд. Я не могу, будет ошибаться, нет? Я еб***, собак, дырявый, рекорд строили, ублюдки, я маму еб***, дырявую, я заеб***, я просто заеб***. Он будет ошибаться, нет? Нет, ну пошел он. Да я маму еб***, шлюху дырявую. Какая секунда? Выругавшись как следует, Бублик продолжил играть, но это был явно не его день. Второй сет он тоже проиграл. Закончив матч, Бублик подвел итоги встречи.